пойдем, мы пойдем. Постараемся сейчас выйти в этот момент, а где сейчас? А очередь где? Am spus că mă găsești aici în jur, dar... Am destinat... Acum îl caut și eu pe el. Dacă sunt și vorba, nu da? Там были, нам еще было. Посидим. Все обойдут. Да, вот это вот все, что оставалось от храма гроба Господня, остатки оригинального, так сказать, первого храма.
Пойдем сходим туда. Ну, блин, туда-сюда, туда. Неосторожно здесь. Вот какое-то подземелье какое-то. Не был здесь я раньше. Тут темно, конечно, для съемок, но тем не менее. Пойдем обратно? Наверное. А, это на армянском. Слышь, армянском. Это написано на армянском. Что? А, мозаика. Что, мозаика армянская, смотри. Ну, значит, здесь находится армянский храм. Понятно, да? Армянский храм. Пойдем. Зашли так. Еще ниже спускаемся. Обретение Христа. А символики Христа, ну, пойдем. Ой, что? И у вас перед вами само? Да, ходил. Вы вывели этого распятия наверху на угодни. Сверху тишу. Езжу на заре царь иудейский. Как пиолонкина, которым удар нанесен под шестое ведро. Трость губкой смоченной. Желчь его сам. Спаситель попросил удалить жарту. Греческими буквами, начальные буковки слов Иисус Христос, ниже, ни, ка. Это не слово победа на греческом. В 312 году император, еще не император, кстати, он вел борьбу за трон,
Он должен был участвовать в сражении за трон. И было ему видение на небе, горящее.